международному конкурсу Magic Voices Ксения Павлова готовилась полгода. Девушка хотела показать достойный результат, поэтому вместе с преподавателем отрабатывала свои ошибки и много репетировала. Конкурс проходил заочно, и на суд жюри Ксения представила видео с песней «Мне моя матушка говорила». У меня был сип, тяжело было очень его убрать. Должна была на высоких нотах ярко петь, это было немного тяжело. Для Натальи Бакановой выступления стали обычным делом. В детской школе искусств Наташа занимается третий год и за это время накопила большой опыт выступлений. Благодаря онлайн-формату девушка приняла участие сразу в двух международных конкурсах «Отражение» и «Маленькие звезды», на каждом из которых стала лауреатом второй степени. Мне нравится подготавливаться, какие-то учить новые произведения. Нравится выступать. София Синягина успешно выступила на всероссийском конкурсе «Звезды России». Свой певческий путь она начала в хоре. Девочку не было слышно в толпе голосов, и по совету преподавателя она ушла в сольное пение. По словам Софии, благодаря выступлениям и победам на конкурсах она стала увереннее в себе и моментами даже чувствует себя популярной звездой. Я хочу добиться того, что я буду хорошо петь, и тянуть красиво ноты. Во время каникул вокалистки продолжают заниматься дома, чтобы держать себя в форме и достойно выступить в будущих конкурсах. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров 24.